Метель бушует не только в Казахстане. Аномальные снегопады обрушились на запад и северо-восток Японии. Жертвами непогоды стали уже двое человек. Их тела нашли в префектуре Токусима. За последние сутки в стране восходящего солнца выпало рекордное количество снега. Местами высота снежного покрова достигает метра в высоту. Отрезанными от мира остались около 200 домов. Сейчас к ним пробираются спасатели. Накануне из-за метели заблокированными на дороге оказались около 130 автомобилей. Их вызволяли более 10 часов.